Понимаешь, что тебя могут исключить из-за этого? Прикольно. Не прикольно, Чарли. Макс, мне все равно. Мне 16, и я сам смогу решить, что для меня лучше. О, блядь! Вот такой, вот такую хуйню в каждой, блядь, семье с ребенком можно слышать. Это просто самая, блядь, стабильная ситуация. Блядь, мам, ты не понимаешь, мне уже 15 лет, бля. Мне уже 15, я сам решил, что для меня лучше. И вообще, пошла ты нахуй, ты мне не мать. Бля, причем, мне кажется, что сейчас кто-то в чате сидит и думает, типа... Ну, вообще-то реально, в 16 лет он сам имеет право решать, что он будет делать. То есть, че этот чел синеволосый долбоеб несет, че, блядь? И че, да? Да, мне 16, да. У меня девушка, блядь. У меня communications... with my bros. You know? И вот, ну и все, блядь, в таком духе.